Российский МИД призвал США отказаться от попыток перезапустить программу «Звездных войн» на новом технологическом уровне. Такой комментарий опубликован на сайте нашего внешнеполитического ведомства. Особую тревогу дипломатов вызывают планы развития космического сегмента ПРО. В МИДе полагают, что это приведет к началу новой гонки вооружений. США тем временем показывают, что готовы разрушить всю систему международной безопасности. Об этом в авторском комментарии моего коллеги Михаила Леонтьева. Однако, здравствуйте. Через 31 год после подписания договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Соединенные Штаты готовы покончить с ним, а вместе с ним и со всей отстроенной за полвека уже теперь системой контроля вооружений. Договор 87 года предусматривал нулевой вариант. Впервые ликвидировался целый класс вооружений – ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5500 километров. При этом Советский Союз пошел на асимметричное сокращение, отказавшись от ракет, несущих более 3000 ядерных боевых блоков, что вдвое превосходит ныне установленный для России и США потенциал. Это асимметричное сокращение некоторые теперь трактуют как предательство. Учитывая, что плюс к тому Горбачев согласился на уничтожение уникального комплекса АК, вообще не подпадавшего под параметры соглашения. Забавно, что сейчас, как и 30 лет назад, они ультимативно требуют уничтожить нашу ракету, так называемую ССЦ-8, также не подпадающую под параметры соглашения. Претензии обеих сторон объединяет одно при всем их различии. Формально ни та, ни другая сторона не нарушают буквы договора. То есть при этом нарушается дух договора, но буквально договор не нарушается, поскольку в этом договоре речь идет об испытаниях и развертывании ударных систем с дальностью действия более 500 километров. Но не могут американцы поверить, что модернизационный потенциал нашей ракеты не позволяет увеличить ее дальность насколько хочешь. А мы не верим, что американцы не засунут в пусковую установку ПРО или ракеты-мишени обычную боевую. Это все так, но американская сторона категорически отказывается от любого диалога, выдвигая ультиматумы. Как бы ни относиться к Горбачевскому договору, но тогда у советского руководства были хоть какие основания идти на асимметричные решения. У нынешнего российского руководства таких оснований нет в принципе. При том, что американцы явственно демонстрируют намерение демонтировать всю систему контроля над вооружениями и даже шире – всю действующую систему международной безопасности. США еще не делают всего необходимого для ответа на гиперзвуковые угрозы, заявил замминистра обороны США Гриффин в ответ на испытания российского гиперзвукового комплекса «Авангард». По мнению американского журнала The National Interest, «Авангард» способен преодолеть любую действующую систему ПРО США. Но есть на свете вещь посильнее железного зуба. Красный цветок. Красный цветок? Красный цветок. Его боятся все. И даже ты его боишься? Да. И я. И я. И Балу. И Кар. И Шерхан. Между тем, в опубликованном 17 января Пентагоном обзоре политики в области ПРО ставится задача защититься не только от баллистических, но и крылатых и гиперзвуковых ракет, для чего предполагается развернуть системы космического базирования. Эти возможности лишат наших соперников потенциала сдерживания, заявил исполняющий обязанности министра обороны США Шанахан. Заметьте, лишить потенциала сдерживания. Не нападения, а именно сдерживания. То есть сдерживаться они не собираются. По гиперзвуку у нас, по мнению экспертов, минимум 5 лет преимущества. Меняется при этом одно – подлетное время. В случае гиперзвука критически. Это уже не минуты, а секунды. Вообще-то, для сохранения системы безопасности нужна воля двух сторон, как минимум. А для того, чтобы просто сдохнуть, достаточно одной воли одной страны. И пока эта страна в этой воле непреклонна. Однако, до свидания. Это был комментарий Михаила Леонтьева.